тебе перережу, слышишь? Свинья! Бабушка Бабурина такой кипиш устроила, когда он домой не явился. Сначала в школу прибежала, потом ментов вызвала. Да-да-да. Thank you.
нужно быть Коломбо, чтобы догадаться. Кто на Бабурина зуб имел? Кто его вчера ударил? Поиздевался, а после... Да прикуси ты! Бабурин, небось, бабкой посрался и сдымил на. Скоро найдется! Найдется, ага. Во овраге, со вспоротым брюхом. Так, заканчиваем бардак. Дети, встаньте. Петров, тебя это тоже касается. Здрасте. Здравствуйте! Садитесь. Познакомьтесь, это старший лейтенант Константин Владимирович Тихонов. Он задаст вам несколько вопросов и проведет небольшую лекцию по безопасности. Лучше лекция от милиционера, чем урок. Да! Урок не будет! Ура! Ура! Правда, что Бабурина маньяк убил? Екатерина, ну-ка цыц! Вопросы здесь взрослые задают. Просто нам всем страшно. Может, убийца бродит где-то рядом? Или сидит у нас за спиной? Петров Антон? Да. Встань, Петров.
Я ничего не знаю. Я тут ни при чем. А тебя никто и не обвиняет. Пока что. Ты с Семеном Бабуриным общался? Я знал его всего один день. Все знают, Петров его ненавидел. Мы повздорили вчера. Но он первый начал. Я его ударил. Сильно? Да нет, так. Бабурин проблемный подросток, с шилом кое-где. Сам ко всем лез. Это твое? Мое. В лесу нашли. Там же тракторист, что снег убирал, в последний раз видел Бабурина. Так что ты делал вчера в лесу, Антон? Я в школу через лес хожу. Могла выпасть легко. Будь осторожнее. Класс. А сейчас лейтенант расскажет о правилах, которые вам необходимо соблюдать. Маньяк все-таки есть. Пока мы ничего вам сказать не можем. Когда войдут в Вова правом не пускает одну ходить. Как? Да, о, боже. Ясно. Наручники у вас есть? Так-то. Но есть преступник или нет, вы должны четко помнить о собственной безопасности. Вас бережет милиция, вас опекают родители и учителя. Но в первую очередь защищать себя должны вы сами. Итак, кто там что хотел узнать? А у вас оружие с собой? А покажите пистолет. А покажите, пожалуйста. А охрана у школы выставят? У нас будет точно, охрана. Точно. Ясно. Так, так, так. Чего мучишь? Посмотри утром. Объявлять комендантский час.
причин пока нет. Больно ты любопытный, Петров. И еще раз. Если вы заметите в поселке кого-то подозрительного, неважно, возле школы или на лесной тропинке, сразу сообщайте в милицию. Телефон-то знаете? 02! Спасибо, ребята. Спасибо, Лилия Павловна. И это... Одноклассника вашего мы найдем. До свидания, лейтенант. Простите. Я слушаю. Вчера утром по дороге в школу я видел незнакомого человека. Да откуда ему знать, чужак это или кто-то из местных? Он же в поселке без году неделя. Спокойствие. Антон, а сможешь детальнее описать? Я нарисовать могу. Я рисую немного. Нарисовать? Лиль Павловна, мы тут проведем следственный эксперимент, а? Пожалуйста, пожалуйста. Ну что, Ван Гог, рисуй. Вот, примерно так.
Примерно? Да ведь он один в один тот тип. Так вы его тоже видели? Зайчью губу. Видел недавно возле поселка. Думал, он проездом. Давно подался дальше гастролировать. А он, выходит, здесь отирается. А еще он рядом со школой стоял и в лесу вечером. Ну, пацан, ну, молодец. Уже хоть какая-то зацепка. Талантливый ты парень. Тебя в Академию художеств с руками оторвут. Спасибо. Антон, а меня нарисуешь? Антон, и меня! Можно я? Можно я? Антон, а меня? Можно меня нарисовать? Можно? Антон, меня нарисуй, пожалуйста! А ты сам научился? Муж Ван Дамма нарисовать. Я дома как плакат повешу. Эй! Я вообще-то первая спросила! Антон меня уже обещал нарисовать. По дружбе. Да-да-да. Правда же, Антон? Прости, но я уже обещал другой. Я в тебе не ошибся, Тошик. Пацан, не спалил, как мы чуть было свинью не забили. Это повело бы милицию по ложному следу. Наверное. А вы точно не имеете отношения к исчезновению Семена? Мы-то нет, а вот ты. Помнишь, как срулил от нас в потемках? Ага, я так и говорю, очкарик в дверь! Фиаверного нагонит и кокнет на... Базаришь. Однако мы тебе верим, а ты нам? Вот и славно. Это, Антон, а где ты так классно рисовать научился? Да так, у меня с детства хорошо получалось. Круто! Я вот тогда художник. Паяльником по дереву вызгаемо. Вон мамке на день рождения тюльпан замутил на разделочной доске. В общем, здорово, что мы с тобой познакомились. Только давайте не будем обниматься на радости. Что ж, Сёма пропал, это правда. Как и факт, что не просто пропал, а, скорее всего, уже сдох. А ты почем знаешь? Так...
Мы за это уже терли. Здесь такие случаи не впервой. Думаешь, Сенечка, Вова этот и Сёма в Нарнию попали? Посидят в лесу с карамелькой за щекой и назад пришлёпают. Ясно же, кто их к себе прибрал. Неужели чёрный? Маничела! Бля, буду пацаны! Это всё местное Чикатило! Вычислить бы ещё, кто он такой. Ну, если этот убийца Бабурина завалил, он и по нашу душу явится, отвечаю. Что же делать? Вместе держаться, вот что. Втроем мы, как Вольтрон. В Вольтроне их пятеро было, но... Ну, считай, мы покалечены, Вольтрон. Ладно, раз Сёмы больше нет, айда с нами. Дело одно есть. Постоишь для вида, покараулишь. Тебя, кажется, уже боятся все. Этот лох! Стой на стрёме, и если кто из училок объявится, дай знать. Гляди в четыре глазна! Давай, давай! Ты нам должен! Да-да! Ничего я не должен! Ты чё, не понял? Может, тебя на счетчик поставить, а? У шлепок майонезный. Но... У шлепок. Все, вали давай. Ого, полароид. Он твой? Теперь мой. Мне тут один должник велик торчал за свой гнилой базар. Но, говорит, нет у него велосипеда. Вот и расплатился фотиком. А мне он, честно говоря, и в хер не впился. Раз он тебе не нужен, можешь мне его отдать? Ты извини, братан, но я вещами просто так не разбрасываюсь. Могу в ломбард загнать, ну или разыграть во что-нибудь. Ну давай я с тобой на него сыграю. Тут во что? Чаром! Снимем с нас в ланцовке последние штаны!
Я течу пидор с пацанов штаны снимать. На что играть собрался? У тебя хоть бабки есть? Во-во! Свети карманы, Тофик! А на вкладыши играете? Хочешь, чтобы я целый фотик за какой-то там фантик отдал? Это за... Да жвачки это рубль цена, а в полароде кассета еще целая. Да это за... Ой, у меня таких вкладышей жопой жуй, на кой мне еще? Мерседес-Бенц, на! Ему-то нам и не хватало, Робыть! Фу, блин! Ну ты и трепло, братка. Теперь он за него цену до небес взвинтит. Ага, значит, появился интерес? Так во что будем играть? В подкидного! В ножички? А давайте в камень-ножницы. О, а ты у нас любишь рисковать. Ну что, мой полароид против твоего мерса? По рукам. Финика-ля комедия, Тофик! Гони мертно! А вот и вишенка моей коллекции подоспела. Спасибо, Антош! Было приятно иметь с тобой дело.
Прости, я так торопился. Ты меня ждала? Что А знаешь, на что ты похож, Антоша? На блюзовую импровизацию. Это как? Для меня все люди с чем-то ассоциируются. И для меня? Но не с музыкой же. Вот как раз с музыкой. Бывают люди гитарные соло. Или барабанный бой. Или военный марш, как наша Лилия Павловна. А ты такой задумчивый, таинственный. Иногда немного печальный. Ты точно блюз. А почему импровизация? А это когда слушатель не догадывается, куда свернет мелодия, какой темп возьмет. Чтобы распознать в тебе музыку, нужен опыт и вкус. Это не какая-то там эстрада. Я, наверное, вообще не знаю, что такое этот блюз. Не произноси при мне такие слова! Я тебе обязательно дам кассету. Раньше мне дедушка из города столько музыки привозил. И джаз, и свинг, и классику. Это он подметил, что у меня склад ума, как у музыканта. Я еще совсем маленькой пыталась на бумаге записать звуки природы. Пение дождя, леса. Эх, мне бы твои уши. А мне бы твои глаза. Да-да, я серьезно. У тебя глаза художника. Смотришь на вещи и фиксируешь их. Я так не умею. Теперь понимаешь, почему мы тут прячемся? Вот из-за таких, как она. А Катька какая мелодия? Скрип несмазанных дверных петель. Знаешь, такой мерзкий дискант. Любопытной Варваре кое-что оторвали. Прости, это анкета? Заполнил когда-нибудь? Угу. Хочешь, заполни мою. Хочу, спасибо. А хотя, там же столько секретов. Наверное, лучше тебе не знать, о чем мы, девочки, думаем.
Ваша анкета является важнейшей уликой, и я вынужден временно изъять ее для изучения. И что мне грозит за сокрытие улик? Следствие покажет. Сдаюсь, товарищ милиционер. Только обещайте ничего не читать. Здесь содержатся секретные сведения. Боюсь, что мне все-таки придется выяснить, не влюблен ли кто в гражданина Петрова. Тогда поклянитесь, что не станете разглашать информацию. Честная милицейская! А теперь, Антоша, самое время поторопиться.
Досить улыбиться. Да так, анекдот вспомнил. Ну, делись тогда на. Кощей вышел на крыльцо почесать себе сундук, зайца, утку и яйцо. Ясно, Петра осел. Ну, идем на.